Вот так задорно и в то же время по-домашнему, с песнями, хлебом и солью, в микрорайоне Заозерье открывают новый общественный центр. Заозерье – отдаленный, обособленный микрорайон. Открытие общественных центров в таких местах востребовано и необходимо, говорят местные жители. Это дает стимул к развитию микрорайона, позволяет сообща решать насущные вопросы и проблемы. Я очень счастлива, что микрорайон Заозерье получил такой центр. Им сегодня будет центр притяжения, в котором они не просто будут советовать, в котором они будут принимать решения, добиваться их исполнения. Генераторы гражданской инициативы – так сегодня называют общественные центры. Именно в таких местах объединяются активисты и решают самые разные вопросы. Создание центров поддерживают депутаты городской думы, помогают с подбором помещений, с ремонтом и оснащением. Самое главное, что мы потеряли за последние там десятилетия, это инициативу граждан. То есть люди должны какие-то вопросы решать сами, с какими-то выходить. Для этого нужно обсуждение, для этого нужно собраться и в каком-то коллективе единомышленников, может быть, даже не единомышленников, поспорить, но решить. И вот это дает хорошую площадку и дискуссионную, и для того, чтобы какие-то вопросы, подходы уже разрабатывать. Общественному центру досталось помещение площадью 183 квадратных метра. Здесь разместятся территориальное общественное самоуправление Заозерье, совет ветеранов, откроют комнату для личных приемов с депутатами, юристами, забурлит и досуговая деятельность. У нас планов громадье. В частности, мы очень хотим открыть здесь музей истории Заозерья. У нас уже есть часть экспонатов. Есть предложение, у нас есть желающие самодеятельный вокальный коллектив организовать, танцевальный, по шахматам турниры. Я говорю, ребята, пожалуйста, заканчивайте свои сады, покупаем шахматы и проводим междупланетный шахматный турнир. Общественный центр Заозерье разместился по адресу Тресолобова, 73. Он стал уже шестым по счету в Орджоникидзевском районе. В планах открытие нового центра в микрорайоне Левшино.